В России сегодня повышаются пенсии. Индексация касается неработающих пенсионеров. Это более 30 миллионов человек. Страховые пособия подрастут на величину инфляции за минувший год, то есть почти на 5,5%. Таким образом, как пишет ТАСС, средний размер пенсии по старости составит 13 855 рублей. С 1 февраля увеличивается и ряд других выплат, в частности, ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, родственникам погибших военнослужащих. Проще теперь оформить паспорта, также загранпаспорта старого образца и водительские права. Все это можно будет сделать через многофункциональные центры. Их по всей стране 13 тысяч. В 6 регионах сегодня также начинается эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. Благодаря им любой желающий сможет при помощи смартфона или сканера проверить в аптеке подлинность препаратов. На первом этапе коды будут наносить на упаковке примерно 60 средств. Нововведение касается Москвы, Московской области, Петербурга, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областей.